Алена говорит, сегодня к ней заходила в магазин баба из Донецка и высказывала ей, что им обещали одно жилье, дали другое, обещали по одному кормить, а по другому. А? Беженка? Да, с Донецка, блядь. А вы тоже еще... Европы хотите приехать сюда, блядь, и чтобы вам сразу все в шоколаде было? Да, не да. Ничего, да, а ничего, что мы воюем, у нас нам как бы сейчас тоже бабки мы выкидываем. А им похуй. Им похуй. Ну идите нахуй, пиздуйте обратно, пусть вас там, блядь, точками ум закидывают. Не нравится, тебя никто здесь не держит, блядь. Тебя сюда никто не звал, ты сама сюда приехала. Не нравится, блядь. Ты смотри, какие, блядь. Поспала.